Уникальный современный долгожданный в баскетбольном комплексе, расположенном на стадионе «Орбита», в первую очередь отремонтировали большой зал. Спортсмены не должны были остаться без тренировок. Затем привели в порядок фасад, заменили окна, отремонтировали крышу. Сегодня работы завершены на 70%. Проект отличается от стандартных типовых решений, которые есть у нас в городе. Он не безликий, это такой уникальный объект, арт-объект, который в законченном виде будет представлять собой очень интересную структуру, очень интересную композицию. И дети будут заниматься здесь не только спортом, но еще будет приятно радовать глаз всех тех людей, которые будут в нем находиться. Здание спорткомплекса, построенное более 40 лет назад в границах стадиона «Орбита», теперь передано баскетбольной школе Олимпийского резерва имени Ольги Артюшиной. Из года в год ее воспитанники защищают честь города и области на всероссийских соревнованиях. Новая спортплощадка позволит принять еще 50 новых баскетболистов. Набирать будут детей от 4 лет. Для них как раз и заканчивают ремонтировать малый зал. Есть сейчас очень много коммерческих, индивидуальных залов. То есть у нас здесь будет в школе такой же. Мы будем приглашать детей, которые еще ходят в детский сад, чтобы они начинали первые шаги с самых ранних возрастов. В здании появятся раздевалки, медицинский кабинет и центр реабилитации. Там будут работать со спортсменами, получившими травмы. Частично ремонт планируют завершить к январю будущего года. Полностью же сдать объект в 2022 году. Капитальный ремонт комплекса идет в рамках исполнения федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» и нацпроекта «Демография». Кроме того, в планах властей города строительство 4 крупных физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Самары. Пока проект в стадии разработки. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.